Усіх вітаю на Ютубі. 24-го. Мене звати Андріана Кучер. А поруч зі мною сьогодні Павло Латушко, представник білоруської опозиції. Пане Павло, я вас вітаю. Доброго дня, доброго дня, вітаю вас. Хотіла би почати із візиту міністра закордонних справ угорщини до Білорусі, який відбувся. Треба сказати, що вже вдруге за цей рік. На ваш погляд, що стоїть за такими контактами між угорською і білоруською сторонами, які частішають. Ну, во-первых, давайте посмотрим, почему он приехал. Он приехал якобы под э, так называемую международную конференцию по евразийской безопасности. Uh -huh. Я думаю, что это было одно из условий его приезда в Минск, потому что кататься к диктатору, который обвиняется в совершении преступлений против человечности, военных преступлений, за акт агрессии, за захват гражданского самолета и когда он перманентно ведет войну нелегальными мигрантами против ЕС. Ну, даже у Венгров я думаю, очень сложно будет объяснить потом своим коллегам по Европейскому Союзу. Поэтому придумали международную конференцию. Кстати, заявили, что там чуть ли не 30 стран-участников. Даже поднимали флаги Австрии, Великобритании, хотя никто так и не назвал, что это были за представители, были ли это посольства и вообще приняли ли посольства приглашение. Поэтому нужно было продать какую-то историю. Опять же, они туда пригласили Лаврова для того, чтобы попытаться организовать какую-то коммуникацию. Но Венгрия, наверное, пытается спозиционировать себя в роли такого посредника, который пытается с Европейским Союзом наладить диалог с Россией, но одновременно используя и режим Лукашенко. Помня ту историю, когда после оккупации э, Крыма, э, Лукашенко пытался создать там какую-то переговорную площадку. Все это, конечно, выгодно и отвечает интересам России и режима Лукашенко, которые стоят в преддверии двух электоратов компаний в России выборов президента, в Беларуси выборами назвать, конечно, это невозможно, но не знаю, возможно ли это даже и в России, потому что, ну, когда у нас тысячи политических заключенных нет, независимых СМИ нет, политических партий оппозиционных, все ликвидировано, все зачищено, о каких выборах можете речь. Но им важно здесь сейчас давать постоянные, перманентные месседжи, давайте договоримся, прекратим боевые действия, остановим войну. Для того, чтобы зафиксировать захваченные незаконные территории, для того, чтобы Своїм избирателям продать от ми тут такі за мир, Нам мир, пока, по крайней мірі, вот на період виборів удалось достичь. Я думаю, играют во многом і на, на внутрішню публіку. Ну дійсно, угорський міністр там переконував про те, що от в них є якась е, формула миру, і для цього їм потрібно підтримувати канали зв'язку. На ваш погляд, а взагалі в якому ключі російсько-українська війна може обговорюватися між Угорщиною і Білоруссю? Ну, давайте определимся с главными тезисами, что те, кто сегодня говорит, выступает за мир и остановить войну вот в нынешнем состоянии, когда захвачена большая часть территории Украины, это не други Украины. Те, кто выступает за победу Украины, вот это друзья Украины. Какова может быть здесь роль Венгрии, которая имеет, насколько я понимаю, критичный диалог с Украиной, с руководством Украины, мне сложно себе представить. При том, что и сама Венгрия очень критично воспринимается сегодня в рамках Европейского Союза. Давайте вспомним заявление Бареля на высказывание Орбана, который назвал или сравнил фактически с советской оккупацией, членство венгрии в Европейском mm -hmm. союзе отмечая там 1956 год события связанные с вхождением советских войск то есть сегодня они токсичны в самом Европейском союзе общаясь в дипломатическом корпусе с представителями мидов различных стран эта тема все как говорится поднимают глаза на лоб и когда ты говоришь про оппозицию венгрии да то есть ты видишь какое есть отношение могут ли они сейчас сыграть роль такого посредника я в этом сомневаюсь. Хотя Лукашенко это использует для себя, для внутренней публики, что, смотрите, со мной пожимают руки министры иностранных дел. Он позвал Орбана, чтобы тот приехал к нему в Минск. Я бы, кстати, не исключал такой истории, что тот же Орбан может приехать в Минск. Для Лукашенко это выгодно. Опять же, Лукашенко в последнее время пытается слать месседжи Европе. Вообще-то я тут за мир, давайте со мной договариваться. С чем это связано? С в экономической ситуации, с реальным влиянием экономических станций, с реальной угрозой выдачи воен... ордера за военные преступления, ордера за преступления против человечности, Лукашенко наконец-то осознал, что может наступить тот момент, когда уже ему наступит конец с точки зрения э, преследований уголовных и с точки зрения экономического коллапса. Пусть он не виден, может, сейчас так вот прямо на, на глазах, но в перспективе это все маячит. И он этого боится. І це Ну, для Лукашенка. Вигоди тут очевидні. Йому важливо показувати, що навіть там представники європейських країн з ним спілкуються, що він не там перебуває в такій дипломатичній міжнародній ізоляції. А, а для чого це Орбану і Угорщині загалом? Що їм дають у такі контакти із Білоруссю? Ну, это их восприятие, не знаю, внешней политики, это, опять же, восприятие ожиданий их электората внутри Венгрии. То есть политики же делают, как правило, все то, что соответствует интересам общества, на что есть востребованность в обществе. Я не готов судить, как на сегодняшний день оценивает политику Орбана или министра иностранных дел Венгрии венгерское общество, не обладают такой экспертным анализом информации. Но, опять же, не так давно состоялись выборы, где они победили. Поэтому, значит, можем предположить, что часть венгров, к сожалению, ну я это говорю как европеец, она забыла свою собственную историю, когда они находились под оккупацией советской, когда не было свобод, демократии, когда убивали их сограждан только за то, что они имели другую точку зрения. И сейчас они цинично, руководители этой страны, готовы поддерживать тех, кто совершает абсолютно аналогичные преступления в отношении белорусского общества. И это, конечно, ну это все выглядит действительно цинично. Цинично выглядит и выступление лукашенковского министра иностранных дел, которого я хорошо, к сожалению, знаю, Сергея Федоровича Олейника, который ну, фактически ставит вопрос о том, что мы тут предупреждали, к чему это, это приведет еще к худшим последствиям, и разрушена европейская безопасность. Простите, а кто ее разрушил? Кто начал агрессию против Украины? Кто поддержал эту агрессию? Кто продолжает сегодня войну? Кто захватил гражданский самолет? Кто начал войну с использованием нелегальных мигрантов? Кто похищает, вывозит украинских детей с оккупированных территорий? Вы серьезно? То есть они пытаются просто забыть это и строить свою как бы площадку мирных переговоров, забывая вообще вот эту часть всей истории, понимаете? То есть это настолько цинично. Посмотрите заявление бывшего посла России Мезенцева. Он же по, на сегодняшний день госсекретарь так называемого союзного государства, что никогда и никому... Беларусь и Россия не угрожали. Вы серьезно? Никаких угроз вы не делали странам-соседям? Вы действительно серьезно верите в такой тезис, который он произносит в рамках этого так называемого международного форума Евразийской безопасности? Никаких угроз и угроз вы не, не делали для стран-соседей? Ну вот они, да, вот они берут эти тезисы, выходят с ними на трибуны и это все вещают. Но все это такой, знаете, гебельской пропаганды Де пахніть, да не пахніть, ну це прямо виглядіть. <гум> Поки звернутися до наших глядачів, друзі, поставте обов'язково лайк під цим відео, якщо вам цікаво. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і в коментарях будьте активними. Це дуже нам допомагає поширювати нашу роботу на просторах Ютуба за що, звісно, будемо вам дуже вдячні. Далі я б хотіла продовжити тим, що відбувається взагалі у відносинах між Росією і Білорусією, тому що як повідомляє Центр національного спротиву України, ФСБ зараз звинувачує якраз Білорусь у зриві постачання оплаченої військової техніки для Росії. Наскільки це може бути серйозно? і Які це буде мати наслідки для режиму Лукашенка? Ну, Лукашенко зарабатывает на войне. И он готов получать окровавленные купюры и, и тирана. И от России ему это не важно, потому что у него очень плохая экономическая ситуация. В последнее время в отношениях экономических между Беларусью и Россией есть проблемы, связанные с большой дебиторкой, когда поставлены большие объемы белорусской продукции, но есть неплатежи со стороны Российской Федерации. Это привело к дебиторке, к задолженности в белорусских предприятиях. Лукашенко, с одной стороны, готов продать Ирану это быстрее, для того, чтобы те заплатили, может быть, быстрее. Может быть, заплатили больше по стоимости, маржу, заработать больше на этом. Возможно, схемы откатов, которые в военной промышленной сфере курируют его старший сын Виктор Лукашенко, там работают эффективнее. Это не надо воспринимать как какой-то, может быть, отказ от сотрудничества в военной сфере с Россией, но это как бы попытка выбрать того, кто сегодня более платежеспособен в этой истории. В целом, если мы посмотрим на отношения Лукашенко с Ираном, то они очень интенсифицировались. С 2022 года мы помним с вами еще уже ушедший в мир иной министр иностранных дел Маккей был в Иране, потом премьер Лукашенко Головченко, председатель Государственного военного промышленного комитета Пантус, потом э, приезжал туда министр обороны Хренин, приезжали туда ракетчики белорусские, потом, когда началась атака Хамас против э, Израиля. Тогда как раз началось заседание в Тегеране межправительственной белорусско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которую возглавляет министр промышленности Лукашенко. Сам Лукашенко, кстати, в марте был в Иране. И тут он принимает вице-президента Ирана буквально на днях. То есть э, зашкаливает интенсивность политической коммуникации. Но мы же понимаем, что, о чем они говорят. Они говорят о военной сфере, о военной промышленной сфере, о продаже оружия, о производстве оружия. Мы знаем о том, что Лукашенко продал, ну, по крайней мере, такие сведения поступают, трубы для производства ракет. Он продал в том числе колесные пары, там, шасси, как правильно назвать, производство МЗКТ для РСЗО иранских в Иран. Еще раз говорю, для него, если они платят сейчас, это важно. С другой стороны, для него важно иметь несколько точек опоры. Ведь э, у него сейчас точка опоры — это его ось зла. Или ось зла, которую когда-то американцы назвали. да? Это, это Пхеньян, это Тегеран, это Москва, и, и это Минск. И вот он опирается на Иран. Э, он не хочет только, только опираться на Россию, поэтому нужно подыгрывать Ирану. Ему нужно здесь иметь какую-то определенную поддержку. Он даже готов у них учиться, как выживать в период санкций, когда Иран десятилетиями живет под санкциями. То есть он готовит Беларусь к тому, что она должна находиться в перманентном санкционном давлении, потому что значит Лукашенко не собирается менять внутреннюю политику, не собирается освобождать политзаключенных, которых он посадил на 20- на 25 лет в тюрьмы, не прекращает репрессии, значит он просто говорит давайте научимся как жить так же как Иран, Ира говорит об этом вице-президенту Ирана Ну, зближення так відбувається між Білорусію і Іраном не лише в такій військово-технічній сфері, а в тому числі і там в економічній, коли ми говоримо, бо в Ірані заявили про те, що тепер будуть експортувати автомобілі до Білорусі. Ну, це лише такий приклад. Але в цілому, коли ми говоримо про зближення, ось таке, яке відбувається по лінії мінськ-тегеран, на ваш погляд, які це може бути наслідки, і чи може тут йти мова про посилення санкцій проти Білорусі, оскільки ми розуміємо, що ну, наприклад, Іран уже там десятиліт. десятиліттями перебуває під санкціями. І дійсно, от ви сказали про те, що входить до так званої країн, так званої «виси зла. Ну, мы, Если мы понимаем, что Лукашенко и его режим были основными поставщиками вооружений на протяжении очень многих лет после того, как они распродавали советские склады и продолжают продавать, и в том числе продавали в Иран, и, конечно, если Иран поддерживает Хамас, то через одно рукопожатие, как говорится, Лукашенко находится и в поддержке Хамаса. Доказать это, конечно, это необходимо для того, чтобы за это были введены санкции. С другой стороны, мы видим вялость в последнее время наших партнеров международных, я думаю, это Украина замечает и со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки о введении более жестких санкций, как в отношении России, так и режима Лукашенко. Поэтому за сами контакты с Ираном санкции, наверное, вряд ли будут введены. Здесь необходимо показать действительно прямое влияние на поддержки, и поддержание военных конфликтов. В целом проблема санкционной политики она стоит очень остро в контексте. Кстати, введенных санкций в отношении России и режима Лукашенко, не синхронизированности санкций, не введение их единовременно, не введение их гармонизированно, то бишь по всем товарным позициям, секторам экономики, по импорту, по экспорту. Вы знаете, это как то же самое: взять в ведро в котором пробито очень много дыр, и лить туда воду. Ну, сколько ты не лей, ну, вода же вытечет через эти дырки. Так вот, сегодня Беларусь является дыркой в этом ведре. И самое интересное, что это единственная страна, которая также находится под санкциями и одновременно является главным союзником России в войне против Украины, еще и граничит с Европейским Союзом. Соответственно, через Беларусь просто идет трафик импорта и экспорта товаров, которых заинтересована Российская Федерация. Импорт высокотехнологичный проскальзывает через Беларусь, и также экспорт э, российских товаров, например, там можем говорить про целлюлозу тоже, да, по древесину, там, ну, очень много примеров, когда э, она оформляется самой доблестной Белорусской торгово-промышленной палатой, которая репутации уже никакой не имеет, но оформляет как сертификат происхождения белорусского, продается это в Европейском Союзе, фактически российская целлюлоза. И сегодня, когда вновь обсуждаются санкции в ЕС, и когда вновь обсуждаются санкции в Вашингтоне на, на отношении России, не, не понимать, что не введение аналогичных действий в отношении режима Лукашенко значительно, в разы, но если хорошо на десятки процентов уменьшает эффективность санкций против России, я не знаю, какие еще аргументы нужно привести. И вот то, что я вам говорю, это же не просто наши слова. Мы, как Объединенный Переходный кабинет, как ответственность за санкционную политику в кабинете команда НАУ, мы кладем под это все аналитические записки и все четкие предложения, что необходимо сделать по шагам, чтобы это не происходило. Их читают, наверное, принимают во внимание. Очень uh, мало і слишком мало і частічно. І потом всі говорять, що санкції не работають. Так і не будуть роботи, тому що їх приміняють неефективно. А а чому це не працює? Чому там європейський союз, зокрема, і в цілому захід, ем, ну поки очевидно не хоче вводити більше санкцій проти режиму Лукашенка. Ви ж очевидно спілкуєтеся із вашими колегами на заході. Що вони вам говорять на цю тему? знаете, главный аргумент это та ошибка, которая применяется в отношении режима Лукашенко на протяжении уже 30 лет его правления, что санкции вталкивают режим Лукашенко в объятия России. Но никто не вталкивает в объятия России больше, чем сам Лукашенко. Именно это тот человек, который ментально оказал, ментально приверженец русского мира, русской идеологии. Тот человек, который стал э, у руля Беларуси в 1994 году из-за поддержки России, благодаря поддержке России. И все вот эти фальшивые тезисы почему-то всегда покупались западными партнерами. И не дай бог, если они будут куплены вновь. Ведь Лукашенко, давая какие-то посылы Западу, что смотрите, вот даже он вчера сказал на встрече Сиарта, вообще-то Европейский Союз, как бы я ничего против его не имею. Да, то есть, типа, такую же даже позитивную оценку дает ЕС. Он как бы э, пытается поиграть с европейцами, он просто их, ну, ну, прошу прощения, он не рассматривает их как серьезных партнеров. Он считает, что они слабые аналитики, слабые партнеры, не способные к жестким принципиальным действиям, с ними можно играть. И он пытается разыграть историю, что я тут на Запад пойду, в Вове Путину, в Владимиру Владимировичу Путину, да, отправляя сигнал, а если что, если ты мне не будешь платить денег. То есть таким образом он дает фальшивый посыл, что идет на Запад. Запад это частично может покупать, а реально его идея и задача как можно больше ресурс средств получить из Российской Федерации. И эта перманентная игра проходит на протяжении 30 лет. Так что главная ошибка ⁇ это ошибка в анализе, в аналитике, в восприятии вообще стратегии действий Лукашенко. Вторая ошибка, ну, я говорю, ну, она основывается на том, что вот вталкивать через санкции в Россию. Но мы же говорим с вами, что победить должна Украина. И она победит. Победить необходимо при понимании, что проиграет. Россия. И проигрыш России означает и победу белорусских демократических сил, белорусского общества, которое не поддерживает режим Лукашенко. Здесь сейчас отменить санкции, например, с режима Лукашенко, чтобы открыть дорогу в Европу для Лукашенко, во-первых, это абсурдный тезис, он не хочет никакую Европу, никогда и не хотел, но напустим, мы это сделаем. Это означает открыть просто огромную дыру для поставок товаров в Россию, потому что это союзное государство. Там нет... Э, таможни, там нет э, границ, там единое экономическое пространство. Все, что ввезено в Беларусь, идет в Россию. И вот, вот здесь и проблема. И здесь, к сожалению, э, не хватает, может быть, у наших партнеров э, анализа, желания, может быть, а, может аналитики и хватит, просто желания, возможности заняться и, и понять все-таки роль Лукашенко и роль э, его режима в этой войне и в истории, связанной с войной против Украины. Пане Павло, з'явилася інформація про можливий візит Лукашенка до Білорусі. На ваш погляд, чи наважиться на це самопроголошений білоруський президент, враховуючи, що Бразилія ратифікувала Римський статут. А напередодні Європарламент закликав міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Лукашенка, аналогічний тому, який був виданий на арешт Путіна. Ну по суті, по тій самій справі? Ну там посол Лукашенка, якщо не ошибаюсь, навіть... то ли клюшку, то ли хоккейную майку передал уже там президенту Бразилии, только что в Бразилии в хоккей не играют, да? Но он очень хочет иметь хорошее отношение с Бразилией. Бразилию они используют как страна лоббист, главный импортер калийных удобрений до введения санкций являлась Бразилия, белорусских калийных удобрений. Бразилия использует свой лоббинг в Организации Объединенных Наций, потому что генеральный секретарь ООН, он португалец. А Бразилия и Португалия, она исторически связана, это одна языковая группа, Они, я был послом нерезидентом в Португалии и знаю, насколько важно для Португалии именно поддержка максимально активное отношение с эм, португалоязычными государствами. И, конечно, ключевой страной является Бразилия. Если Бразилия просит это, эту поддержку у Португалии, Португалия старается ее оказывать. И вот здесь возникла эта проблема, связанная с угрозой снятия санкций на поставки белорусских калийных удобрений против чего выступила очень жесткая Литва и заблокировала транзит через балтийские порты белорусских колейных удобрений. И это очень серьезно бьет по режиму, потому что портовая инфраструктура российская не в состоянии перевалить белорусские колейные удобрения. Цена на транспорт через территорию России, РЖД и БелЖД очень высока, кусается, съедается большая дельта и маржа. Поэтому, ну, в любом случае, Лукашенко заинтересован в возвращении с главного стратегического направления продажи колейных удобрений через Европу. Европу. А, соответственно, под видом того, что это лоббируется под Африку, что это необходимо Бразилии, ведь реально рынок откроется весь. Там не удастся сконтролировать. Мы видим, как неэффективно осуществляется контроль за санкционной политикой. Представить себе, что давайте откроем транзит калийных удобрений через Европейский Союз белорусских, и что они не останутся в Европе, но это смешно, это самообман. Но для Лукашенко это принципиально важно. И здесь он видит Бразилию в качестве партнера-лоббиста. Но, конечно, ему страшно поехать к Бразилию, потому что Бразилия подписала римский статут. И помните заявление президента Бразилии, что пускай Путин приезжает, все будет хорошо. А потом же он забрал эти слова, сказав, что все-таки есть система правосудия, которую она определяет. Как бы ни было, но в Бразилии даже недавно, мне кажется, судили бывшего президента. Да? Так что там правосудие работает. И для Лукашенко это страшно. Кого он может отправить? Он может отправить премьер-министра своего, но самому я думаю, ему будет страшно. Уже много куда ему страшно ехать. Даже понимая, а кто же знает, а вдруг Международный уголовный суд в Гаге уже и выдал ордер. Ну, мы этого не знаем, но а, а кто мешает выдать или, например, не объявить об этом публично. Стосовно якраз цього процесу, наш уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лабінець заявив про те, що підтвердження участі Лукашенка в депортації українських дітей надходять щотижня, і загалом Україна теж долучається до закликів до міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Лукашенка. Ви активно теж займаєтесь цим процесом. То наскільки ми близькі до видачі цього ордеру? Ну, как я говорю, что Международный уголовный суд же, он не обязательно должен угу. информировать об этом публично. Это его право, но не является обязанностью. Насколько мы близки, поэтому здесь сложно оценить. Что касательно наших действий, мы передали первую часть э, всех материалов, которые накоплены, оформлены это в соответствии со стандартами Международного уголовного суда. Буквально этой неделе у нас была коммуникация с Генеральной прокуратурой Украины. Мы также делимся и прежде всего считаем своим э, долгом обязанностью передавать эти материалы Украинской стороне, потому что речь идет об украинских детях. Для нас очень важно вернуть украинских детей домой. Для нас важно остановить эти преступления и все-таки уже даже сама публичность оказывает на это влияние. Что касательно ответственности, безусловно, невозможно прекратить преступление, если не наступает ответственность. А это одно из самых ужасных преступлений, военных преступлений, связанных с депортацией детей в период военных конфликтов. А еще дополняющим ужасным фактором является индоктринация, то, что пытаются детей переучить, чтобы если они возвращаются потом на оккупированные территории Украины, и Украина, мы верим, освободит свои территории, то там окажутся дети, которые уже имеют сформированную психологию в поддержке русско-мирской, да, и это, это проблема. Поэтому мы сейчас передаем вторую часть материалов и в ближайшее время передадим и Международный уголовный суд в Гаге, с которым мы ну, находимся, ну, скажем так, в определенной коммуникации. Хотя, еще раз говорю, это независимый орган, прокурор суда независимый орган, и только его право оценить собранные нами материалы и вынести соответствующее решение. А вот решение Европарламенту, так и заклик выдать ордер на арест Лукашенко, на ваш взгляд, насколько это важно и как это влияет в том числе и на окружение Лукашенко. Вот часто белорусский диктатор, а там еще токсичнейшими, или, например, там в середине его окружения на такое уже не особо обратят увагу Вы знаете, я считаю, что это принципиально важно. Поставить черную метку на Лукашенко, это будет означать всем лицам, которые э, находятся вокруг него, что с Лукашенко невозможно связывать свое будущее. Рано или поздно любой тот, кто получал ордер на арест Международного уголовного суда, он или не доходил до этого ордера, потому что по различным причинам умирал. Или все-таки э, сидел на скамье подсудимых Международного уголовного суда. Э, в истории Милошевича он там сидел и умер прямо в тюрьме. Поэтому это очень четкий сигнал окружению Лукашенко, что все, Лукашенко, он не имеет перспектив. Это четкий сигнал всем партнерам, э, которые будут задумываться о том, что «А может быть нам повернуть еще раз эту историю вспять, как это было 5 лет тому назад, как это было 10 лет тому назад, 15 лет тому назад, и повторить еще раз» этот круг с Лукашенко. А вдруг он в этот раз одумается. Для нас это принципиально важно понимать, что Лукашенко — это тот человек, который не изменится никогда. А сейчас он совершил такие ужасные преступления, как военные преступления, как атаки на мирное гражданское население в Беларуси, то бишь преступления против человечности, захват гражданского самолета, миграционную войну. То есть уже хватит, хватит верить в иллюзии того, что этот человек исправится, изменит свою политику только ликвидация этого режима может изменить ситуацию в беларуси поэтому я думаю что это направлено будет очень серьезно на раскол элит которые вокруг Лукашенко. И здесь элиты, конечно, делятся на две части. Процентом отношений можем здесь дискутировать. Есть часть, которая является пророссийскими и которые будут действовать по команде Кремля. Но есть достаточно большая часть, которая сегодня любит Лукашенко. Но вместе с тем они выступают и за государственность белорусскую. И вот этот раскол элит, он принципиально необходим для изменений внутри страны. Поэтому ордер на Лукашенко — это ключевой фактор дальнейших стратегий наших действий как демократических сил. Но еще раз говорю, мы не исходим из тех принципов и правил, как действуют диктаторы и режимы. Есть прокуроры, есть доказательства, есть суд, и только он вправе все это принимать и оценивать. Но с точки зрения стратегии, я считаю, это очень важно. Угу. А далі хочу з вами ще поговорити про ті нововведення, які запроваджують у Білорусі, і там виникають до них запитання, оскільки стало відомо про те, що мобілізуватимуть білорусів тепер через смс і повістки відповідні будуть приходити. А телефонні мобільні оператори будуть зобов'язані надавати так. по-перше, проводити розсилки і повідомлень за списками, а по-друге, надавати відомості про телефони. білорусів. На ваш погляд, для чого це робиться саме зараз і до чого готується режим Лукашенко? Ну, мы видим с вами на протяжении уже более года системные действия, направленные на милитаризацию белорусского общества, на подготовку к военным потенциальным событиям, которые в своей голове рисует Лукашенко. Это связано с изменением, например, законодательства за измену Родины в отношении военных. Сейчас расширено количество оснований, когда может быть примена смертная казнь. Это связано с так называемым народным ополчением. Это связано с формированием дополнительных единиц внутренних войск Беларуси по всем областям. Это связано с перманентными, непрекращающимися уже полтора года учениями на территории Беларуси, постоянными проверками боевой готовности Беларуси. Это связано, с, например, с увеличением бюджета на оборону, условную оборону, если так можно назвать, на 29% на следующий год, на часть силовую, там порядка 19%. То есть и эти все смс, то есть он пытается выстроить тоталитарное общество во всех сферах жизни, в том числе тоталитарное общество и в военной сфере. Кстати, еще дополнительно приняты нормы по мобилизационным резервам, в том числе касающихся как государственных, так и негосударственных компаний. И смс сейчас может быть направлена в качестве повестки, если ты два раза ее пропускаешь, соответственно, тебе уже будет грозит уголовное наказание. И он хочет просто ну, поставить всех под штыки и всем дать четкий сигнал. Хочу з вами обговорити інформацію, яка з'явилася у виданні Wall Street Journal. Там фактично дослідили, чи дійсно завезла Росія ядерну тактичну зброю свою до Білорусі, і журналісти порівняли там супутникові знімки, зокрема полігонів теоретично до і після розміщення цієї ядерної зброї. І в цілому приходять до висновку, що зміни такі є, і російська ядерна зброя може розміщуватись на території Білорусі. На ваш погляд, а чи виникають взагалі зараз сумніви і питання до того, чи дійсно Путін передав? Тактичну ядерну зброю до Білорусі. Ну, была информация, что американская разведка подтверждала, что ядерное оружие находится на территории Беларуси. И если я не ошибаюсь, ГУР, Министерство обороны Украины, mm -hmm. также давал такую информацию. Конечно, сегодня, ну, например, наши источники говорят, это, кажется, белорусский Гайон писал, что есть возле Осипович сооружение, где находится Искандеры. Возможно или невозможно там хранение боезарядов тактических? Это уже вопрос, требующий, я думаю, дополнительного анализа. Была информация также также о том, что возле Лиды могут быть размещены тактические боезаряды ядерного оружия. Так что в целом, я думаю, тематика ядерная, мы видим по этим отражению ядерной атаки, которую продемонстрировал там, Путин буквально на днях, она будет эскалироваться, она будет эскалироваться к зиме, она будет эскалироваться к избирательной кампании в Российской Федерации. Это как инструмент угрозы, как инструмент влияния Давления на Запад для того, чтобы уменьшить поддержку Украине, и здесь территория Беларуси, конечно же, с точки зрения стратегии оказания этого более существенного давления, очень важна для Российской Федерации. Факт размещения ядерного оружия это увеличение угроз возможного ее привлекать применения. Поэтому э, почему это делается? Делают они для того, чтобы заморозить конфликт. Ну, как вот кто-то мне говорил из экспертов. Ну смотрите, вот они пытаются продать тезис даже на этой евразийской конференции по безопасности в Минске. Ну вот Крым оккупировали. Ну как то ж с этим Европа жила, жила, да? И американцы жили. Ну там вели какие-то санкции. Ну вот сейчас еще забрали часть территории Украины. Ну как то ж можно и с этим жить? То есть они хотят заморозки конфликт. Конфликта, и в качестве инструмента заморозки это уменьшение ресурсов Украины, поддержки со стороны Запада, и для этого они используют вот это давление, ядерное давление, ядерный шантаж. И он это как инструмент принуждения к миру. Я думаю, что так они это воспринимают сегодня. Но на это покупаться нельзя. Просто это нужно понимать, основать, но, конечно, ни в коем случае на это покупаться нельзя. Ну, ми будемо сподіватися, що дійсно це не працюватиме і на заході, власне, не піддаватимуться на такий ядерний шантаж, який, очевидно, лише посилюється, зокрема, навіть якщо говорити про ті ядерні випробування, які напередодні влаштував російський диктатор. Але, тим не менше, я вам дякую, пане Павло, що долучились сьогодні до нашого стріму. Нагадаю нашим глядачам з нами був Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету, а також керівник народного антикризового управління Білорусі. Насамкінець, друзі, я вас попрошу, як завжди. Якщо було цікаво, поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, і в коментарях поділіться своїми враженнями про нашу розмову. Я вам за таку активність буду дуже вдячна, бо вона робить так, щоб більше власне глядачів побачили і почули цю розмову. Спасибі за вашу увагу. На все добре.